Между тем, еще 7 видов социального обеспечения в Азербайджане будет назначаться в электронной форме. Нововведение представили сегодня на пресс-конференции в агентстве ДОСТ при Министерстве труда и социальной защиты населения. В целом, отметили на брифинге, в 2019 году в этой области удалось достигнуть хороших результатов. На электронные рельсы перевели назначение 21 вида социальных выплат, пенсий, пособий и стипендий. В год система позволяет проводить 180 тысяч операций. Электронными в 2019 году стали также 15 видов справок. По статистике за 2018 год за электронными справками обратилось более 1 миллиона граждан. Система очень удобная, гражданам не приходится иметь дела с бюрократическими процедурами, а с работников Министерства труда и соцзащиты населения снимается огромная нагрузка. Процесс продолжается. Всего в этом году электронными стали 12 видов справок, сегодня мы представили еще 3. Те же преимущества относятся и к системе онлайн-назначения социальных выплат. Граждане, не выходя из дома, могут воспользоваться полагающимися им по закону правами.